Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнять задание номер 1435. Нужно решить задачу. Для начала запишем краткое условие. Было пройдено два расстояния. Первое расстояние от Заречной до Мухина, а второе расстояние от Мухина до Каменки. Первое расстояние было пройдено со скоростью 5,5 км в час, и на это потратили 0,8 часа. А второе расстояние было пройдено за 12,5 км в час, и потратили на это 1,4 часа. Расстояние от Заречной до Мухина неизвестно. И расстояние от Мухина до Каменки тоже неизвестно. Но нужно узнать, насколько второе расстояние больше, чем первое. То есть вот это вот у нас главный вопрос задачи. Задачу будем решать по действиям. И первым действием можно узнать расстояние от Заречной до Мухина. Для этого нам известно все, и скорость, и время. Чтобы найти расстояние, нужно просто скорость 5,5 умножить на время 0,8. Нужно умножить две десятичные дроби. Для начала умножим числа, не обращая внимания на запятые. То есть 55 умножаем на 8. Получается 440. Дальше вспоминаем о запятой и считаем общее количество знаков после запятой в первой и второй дроби. 1, 2. Значит, два знака после запятой будет у нас и в получившемся числе. Начинаем отсчитывать справа налево. 1, 2. И ставим запятую. То есть наш ответ 4,4 километра. 0 на конце можно не писать. Это расстояние от Заречной до Мухина. Второе действие. Таким же образом можно узнать расстояние от Мухина до Каменки. То есть 12,5 мы должны умножить на 1,4. Выполним это умножение. Столбик. И начинаем умножать цифры 4. 4 умножаем на 125. 4 на 5 – 20. 0 пишем и 2 в уме. 2 на 4 – 8, и 2 в уме – 10. 0 пишем, 1 в уме. 1 на 4 – 4, 1 в уме – 5. Ну и 1 умножаем на 125, будет 125. Складываем 2 получившихся числа. 0 сносим, 0 и 5 – 5. 5 и 2 – 7, и единицу сносим. Вспоминаем о запятых, считаем количество знаков после запятой в наших дробях. 1, 2 общее количество знаков, значит 2 знака после запятой будет и в получившемся числе. 1, 2, ставим запятую, и наш ответ 17,5. Опять-таки 0 на конце можно не писать в десятичной дроби. Это расстояние от Мухина до Каменки. И третьим действием можно узнать как раз таки, насколько расстояние от Мухина до Каменки больше, чем расстояние от Заречной до Мухина, так как расстояние мы все необходимые уже нашли. Для этого нужно вычесть из 17,5 из расстояния от Мухина до Каменки 4,4 расстояние от Заречной до Мухина. Ну, пример этот можно вычислить легко в уме, устно. Но чтобы не было никаких вопросов, давайте все-таки сделаем это столбиком. Запятая при вычитании десятичных дробей, так же как и при сложении десятичных дробей, должна оказаться обязательно под запятой. 5 минус 4, 1, запятая сносится, 7 минус 4, 3,
единица. Ну, то есть наш ответ 13,1 километра. Это разница между расстоянием от Мухина до Каменки и расстоянием от Заречной до Мухина. То есть мы ответили на вопрос задачи, можно записать ответ. На 13,1 километра расстояние от Мухина до Каменки больше, чем расстояние от Мухина до Заречной. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.